Знакомые до боли виды на Аку с белым силуэтом храма на берегу. Сосновый бор в закатных лучах. Старая ветла, раскинувшая ветви у калитки деревенского дома. Герань в палисаднике. Все эти сюжеты на полотнах художников-любителей играют совершенно новыми красками. И в прямом, и в переносном смысле. Поэтичное, трогательное отношение к родным местам прослеживается в каждом мазке. А колористическое решение иногда поражает своей смелостью. При том, что авторы некоторых пейзажей пришли к занятиям живописью в сознательном возрасте. Я первый раз участвую в этой выставке. Вообще я занимаюсь архитектурой, но любовь к рисованию у меня с детства. И я очень счастлива, что в Спасске нашлись такие люди, с которыми можно поговорить на общие темы, поработать вместе. Общие интересы – это очень важно. И они меня поддерживают. Светлана Васильевна меня вообще очень часто поддерживает. Светлана Климашова – преподаватель живописи не только для взрослых, но работать с сознательными учениками гораздо ответственнее и интереснее, говорит она сама. Это мотивирует постоянно изучать что-то новое самой и познавать разные грани технической стороны живописи. Мне, конечно, очень приятно представить здесь не только мои живописные этюды, какие-то вот работы, но и работы моих учеников. Учеников сложно сказать, потому что они все очень такие успешные, взрослые, работают педагогами, медики есть, бухгалтеры, то есть люди разных профессий. Импрессионизм и атмосферность, присущие этой выставке, вряд ли оставят равнодушным зрителя. Ведь эти работы в основном принадлежат кисти непрофессионалов, что скорее можно заметить по смелости цветовых и композиционных решений. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».